Итак, значит, мы с вами с персика срезали веточку, практически спящей. Еще не поздно, почки набухают, но еще не поздно. И мы должны отдавать себе отчет, что на всей планете не существует ни одного моростойкого персика. Все они должны загибаться на большей части России. Поэтому, если их прививать, это редкий случай, персик надо прививать, делать межвидовую прививку, в данном случае на манжурский абрикос. Вот он заранее был выращен для этого. Вот. И сейчас мы будем прививать. Значит, вот это вот, такие ветки не годятся на прививку. Они неполноценные. Так. Вот. Метод прививки, учитывая толщину, вот это самое, это как палец указательная толщина, мы должны уже прививать не капулировка, не лучная капулировка. Это два любимых способа, когда оно в два раза тоньше. Вы скажете, а почему тут не прививаешь? Все полноценные прививки только у самой земли. Я теорию сейчас читать не буду. Поверьте на слово, вы находитесь в лучшем саду в России. Так сложилось, бывает. Вот. По качеству плодов, естественно, включая неукрывные персики, в том числе. Итак, значит, как можно ниже, но так, чтобы была хотя бы чуть-чуть люфт, чтобы можно было работать. Вот. Посмотрел внимательно. Нет, еще ниже. Вот. Теперь мы должны... У меня сломался секатор, мой любимый, с редуктором. Теперь приходится вот так вот мучиться. Но, тем не менее, зачистили. Расщепляем пополам. И делаем две прививки. Напоминаю, самое ценное... часть вот это, еще вот это. Остальное выбраться. Если уж совсем жалко, еще вот это. Ну, а так как у меня проблем нет с этим, со веточками, значит, делается двумя движениями ножа, всего два. И один поправочный. Все, делается вот такой вот так называемый клин. Вот. Теперь отрезается секатор плохо, поэтому вот эти две почки. Вот эта вода слегка подсахаренная. Есть возможность дождевой водой или речной. Это лучше, чем колодезная. Так, намочили, еще раз показываю. Намочили и вставили, смотрите. Причем очень длинный. Клин где-то 6 к 1 по отношению к диаметру. И если потом вы приглядитесь, он идеально сюда вписался. И второй черенок. И что интересно, да? Страшная зима, посмотрите, следов подмерзания нет. Вот. Все, это я выбрасываю. Хотя для кого-то это было бы кощунство, настолько ценные эти вещи, которые никто не культивирует в России. Считается невозможно. Я имею в виду холодную часть России. Так, теперь ленточка полихлорвиниловая. Вот она. Когда-то было многое, продавалось рулонами. Сейчас исчезла с продажи. Мы теперь сами не знаем, где дальше доставать. Вот. Очень-очень туго. На грани порыва ленточки. Ленточка очень упругая. Вот. И, наконец... мы должны замазывать. Но так тщательно. Огромную ошибку совершают те. Причем я видел ролики и на полном серьезе показывают и рассказывают. Особенно убило меня белорусский садовод. 100 тысяч просмотров. Прививка по методике Железова. Страшная ошибка. Ссылается на меня. Так. И не замотав, вот так замазывают эти места. Естественно, там все сгнивает. И показывают осень. Не вот такие саженцы, как у меня там, до 2 метров, а очень слабенькие саженцы. И зачем он вылез, только непонятно, чтобы дискредитировать это все. Вот мою методику. Самое главное, напоминаю, нижняя часть ветки привоя и нижняя часть дикаря или полукультурного вот этого. Так, теперь вы видите, что он привит. Сюда я вешаю бирку, но сейчас не будем вешать, время терять. Хотите, приезжайте осенью, посмотрим. А следующей осенью уже, 2012 года, я вас угощу плодами с него. Вероятность 90%.